Так, я сейчас отвечу на вопрос, как написать человеку на YouTube в личные сообщения. Вот я открыла канал Аллочки и Тони. Итак, я нажимаю вот канал Алла и Тони, Home, Video, Playlist, Channels, Discussion и кликаем на About. Кликаем на About, и вот тут написано Send Message. Кликаем на Send Message и пишем. Пишем сообщение и потом Send, то есть отправить. Но я это не буду, конечно, отправлять. Аллочку выключаем. И идем на мой канал. Как я могу прочитать каналы у себя, как я могу прочитать сообщения на своем канале? Прежде всего, я должна найти вот мой канал, My Channel. Кликнула. Открылся мой канал. Я нажимаю на видео менеджер. Кликаю, вернее. Вот я кликнула на видео менеджер, и у меня открывается вот такое вот окошко. Комьюнити. Я кликаю на комьюнити, то есть на сообщество. Кликнули на сообщество. И у вас появляется, у вас открываются ваши комментарии. Вот comment, comments это комментарий. И вот если вы хотите прочитать личное сообщение, которое вам кто-то прислал, кликайте на личное сообщение вот сюда. Я кликать не буду, только лишь потому, что я не хочу показывать сообщения, которые у меня лежат в этой папке. И вот с тем, чтобы вот у меня все сообщения, все очень просто.